Детский музыкальный театр мы открыли в 2015 году. Вот сейчас, 5 октября, мы начали первые свои занятия. Культурный центр переходит вот в эпоху своего юбилея. За 20-летнюю историю культурный центр создал много проектов, начиная с международных конкурсов молодых оперных певцов Елены Образцовой, международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой, международные творческие школы вокального мастерства Елены Образцовой. То есть все связано с именем великой русской певицы Елены Васильевны. Вот пришла эта идея, собственно говоря, нашла от Елены Васильевны. Она думала о том, чтобы в стенах культурного центра, который находится на Невском проспекте, дом 65, существовал и детский проект, вот такой, как возник детский музыкальный театр «Золотой ключик». Под патронажем Ларисы Бесовны Гергиевой, художественного руководителя международных конкурсов Елены Образцовой, Лариса Бесовна дала нам имя своего театра, который у нее находится в Владикавказе. И вот мы начали свои первые занятия. Безусловно, цель развития детской личности, чтобы куда бы ни попадал ребенок, он чувствует, должен себя личностью, что он свободный, что он артистичный, что он смелый, что он талантливый, что он любимый своими родителями. И вот это все развивает в детском театре, потому что мы занимаемся вокальной подготовкой, но в первую очередь мы занимаемся сценической подготовкой, сценическое мастерство и первые попытки постановок детских представлений. Первое представление мы дадим 17 декабря, и будет называться она «В сказочном лесу». Это новогодняя музыкальная сказка. У нас не так много детей, но мы абсолютно не разграничиваем каких-то особенных детей, особенно талантливых. У нас занимаются абсолютно все. И попытка развить их артистические возможности, начиная от 4 до 12 лет. И вот я думаю, что мы все увидим эту постановку небольшую. 17 декабря будет наш первый новогодний музыкальный концерт. А детьми занимается Галина Николаевна Ульянова. Это режиссер-постановщик. Галина Николаевна занимается во многих детских учебных и творческих учреждениях. Она очень занятой человек, но нашла время. Приходит к нам, они занимаются два раза в неделю, понедельник и четверг. И, конечно, мы рассчитываем на ее опыт, на ее талант руководителя, режиссера, потому что мы видим, на глазах растет вот эта маленькая постановка. Это будет все очень красиво, интересно. И вокальной подготовкой занимается Нонна Эдуардовна Яновская, преподаватель-вокалист. Опять же, дети пришли многие без подготовки, у которых есть проблемы с логопедическими какими-то отклонениями, которые, конечно, есть у всех маленьких детей. Но вот развитие артикуляции, развитие чистой интонации, вот этим занимается и вокалист-преподаватель, и режиссер-постановщик. То есть у нас два руководителя, которые занимаются с детьми в понедельник и четверг. То есть мы, наш культурный центр полностью во власти наших маленьких артистов. Дети к нам приходят на прослушивание, они рассказывают о себе, читают небольшое стихотворение или могут спеть песенку. И вот дополнительный набор мы будем делать буквально 8 января 2016 году. Мы уже объявим, это будет объявление уже висеть у нас на сайте, можно будет прийти заниматься с нашими юными коллегами, которые уже занимаются с 5 октября. Мне очень нравится сюда ходить, потому что здесь интересные песни, здесь хорошие учителя и очень хорошее образование. Мне нравится петь самой, вот, и я решила пойти чуть-чуть развить свой вокал. Мне нравится танцевать и петь. Здесь очень хорошие учителя, красивая музыка и хорошие друзья. Тут очень хорошие подруги. Мне нравится тут песни петь и ходить сюда, потому что я взрослая.